На Новгородском заводе полупроводников имени Ленинского комсомола работает слесарем-инструментальщиком Андрей Павлович Давыдов. Это про таких, как он, говорят, мастер золотые руки. Он собирает штампы для изготовления деталей, рассмотреть которые можно лишь под микроскопом. Высший класс работы героя социалистического труда коммуниста Давыдова известен не только в Новгороде. Во многих городах живут его ученики и товарищи, с которыми он обменивается опытом работы и соревнуется. В Пскове на машиностроительном заводе трудится однофамилец Андрея Павловича, фрезеровщик Василий Петрович Давыдов. Он кавалер ордена Ленина, депутат Верховного Совета СССР двух созывов. Досрочным выполнением годовых заданий встретили Давыдовы 50-летие образования СССР. Сегодня на их трудовом календаре июнь третьего года пятилетки.